Насколько далеко не уходил бы, одна из вен тела будто пульсирует на родной земле. В некоторые дни вспоминаешь одинокий очаг старика-рыбака, его бедную обитель, мигающую лампу. Хотя свой дом выглядит лучше, тебе дорог этот дом, пропахший рыбой. В этих словах весь секрет рождения одного из самых выдающихся произведений казахского прозаика Абдижамиля Нурпеисова. Яркость самобытных характеров, позволяющая задуматься о долге, чести, верности, жертвенности, любви и мужестве. Нашумевшая историко-революционная драма «Кровь и пот» на канале Ел-Арна.